выезжаю из приюта, смотрю, какие-то коробки лежат. Что это за коробки? Она замотана. Так, осторожно. Если она замотана, там, скорее всего, котята. Эй, тут есть кто-нибудь живой? Тяжелая. Тяжелая. Тяжелая, ребят, коробка. Твою мать. Кто тут у нас? Эй. Ну, кто тут? Из приключений никак, никто меня не укусил пока. Ты тут. Сейчас попробую открыть. Так, ну что, мы несем в приют, судя по всему, там кошка. Я так заглянула, краешек. Шерсть как кошки. Что-то светлое. Кать, подержи, пожалуйста. Давай, давай. Ну, сейчас я. Сейчас мы идем в приют, будем в закрытом помещении открывать. Так, значит, занесли мы бытовку. Попробуем открыть. Попробуем открывать. Итак, сюрприз. Кися. Ну, я же сказала Кися. Кися, бедная, красивая Кися. Да. Маленькая. Вот так вот люди решили. Раз мы не принимаем, значит, мы просто принесем ее и посадим в коробке. Да? Бедная кошка, господи. Чтобы вас так самих коробку нахрен и сдали куда-нибудь в дом престарелых или куда-нибудь еще. Я не могу, я просто не представляю, как это можно быть таким вот жестоким, что принести домашнюю кошку, явно домашнюю кошку, и вот так вот посадить в коробку и поставить с краю вообще приюта. Спасибо большое. Все, да. Все. Так, ребят, всем привет. Привет от двух девочек, которых на той неделе дворник попросил забрать от торгового комплекса. Девочки в порядке. Девочки уже очень даже жизнеспособны. Оп-оп. Вот так у нас, да. Хороший у них аппетит, они лечатся. Оп-оп. У них ушной клещ. У них вирусные все инфекции практически положительные. Но у них нет серьезных инфекции, вот как лейкоз и прочее. Глазки у нас почти уже в порядке. В этой уток вот у нас. Так, ну показывай. Вот это вот у нас шустрая, тощая. Вот так. Ну, глазка у нее одна. Один глазик у нее еще пока не установился. Но уже очень хорошо все.